Растянутая, она уже лежит, она уже готова, размотала. Как-то интересно, почему-то на дне лежит. Тихо, не ругаемся, не ругаемся, не ругаемся. Косит, косит, косит. Блин, ты весло можешь это самое? Подожди, не попадаем, не попадаем, попадаем, давай, 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 оп. Нормально, Константин. Вроде как на глубине. Пыталась еще. Ну ладно, 1-1, гол просто мотала, дальше сил не было, наверное, кончились. А что там будет, мы не знаем. Только не за корягу, только не за корягу. Тоже. Один. Очередная размотка. Попытка номер 4. Да. Пока что щука выигрывает со счетом 2-1. А вот смотрите, блин, вот она как бы натянута так-то, да. Интересно. Ушла на глубину. Так. Все в ожидании чуда. Чик. 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 Что-то, что-то есть. Вопрос. Меня-то не надо брызгать. Опс. Окушок. Окушок. 2-0. Виталик Руко. Вторая попытка. Ну что, нормально такая. Килошечка. Да. Ну что, котечное большое. Мы сегодня заканчиваем на тебе рыбачить. Да, Виталик? Да. Не порадовал нас? Ну почему? Три рыбки сегодня без сторожки. Сторожка 4. 4, да. Вчера 2 рыбки. Да. Хорошо. Не требуйте много от природы? Да, конечно. Она не успевает восполняться под наше желание. Красивое озеро. Да? Да, да, да. Ничего не забыли? Ничего не забыли? Ничего не забыли? Ничего не забыли? Никого не забыли? Посередине не езжай. И ничего не бойся.
До свидания, Котечные! Шабное! Давай. Ну, процесс нравится. Витя, все, оставляй.